В Краснодарском крае за 10 лет сотрудниками наркополиции расследовано свыше 22 тысяч преступлений. Из них более 3 тысяч совершенных организованными преступными группами. Пресечено более 160 фактов контрабанды наркотиков. Ликвидировано свыше 2,5 тысяч притонов. Из незаконного оборота изъято почти 10 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Благодаря этому удалось спасти не одну тысячу жизней. Наркомания косит целые нации. И вопрос борьбы с наркопреступностью имеет огромное государственное значение. Плодотворная работа приносит результат. Мы одни из лучших на протяжении последних лет в Краснодарском крае. Успехов всем, здоровья. Я более чем уверен, что небольшой коллектив у нас работоспособный, в состоянии выполнять эффективно и наши задачи. Мы вместе с вами сегодня делаем завтра России. В век информационных технологий преступники шагают в ногу со временем и широко используют современные средства коммуникации. Борьба с наркобизнесом ведется и в интернете. Уже удалось через суд закрыть 13 сайтов, которые пропагандировали запрещенные вещества. Десятки сайтов в оперативной разработке. Наркобизнес, как и любой другой, строится на схеме спроса и предложения. Отсутствие спроса на смертоносное зелье сделает существование этого бизнеса невозможным. В этой связи большую роль играет профилактика и пропаганда здорового образа жизни. И вот наша задача – общество, в том числе и вашей, нас подталкивать и нас, так сказать, тревожить в органы власти, чтобы мы занимались вместе этой работой профилактики, чтобы наша молодежь сказала «нет» наркотикам. То, что Анапа занимает одно из лидирующих мест, это хорошо, но мы должны быть территорией без наркотиков. Вот на такую задачу поставить и максимально всем миром на полиция, и я уверен, что мы эту задачу решим. Праздником, с юбилеем, удачи и успехов. Лучшие сотрудники по итогам года получили почетные грамоты, благодарности, подарки и даже очередные звания. Особую роль в службе наркополиции занимает казачество, в котором есть даже целый отдел по борьбе с наркотиками и наркобизнесом. За 10 лет число зарегистрированных лиц, употребляющих наркотики в крае, сократилось почти на 10 тысяч человек. А суммарный уголовный срок пойманных и осужденных составляет сотни лет. И это является показателем работы Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Вадим Родин, Анапа регион.